Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 27 лет. Рост 175 сантиметров, вес 61,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 175 centimeters tall, weighing at 61.4 kilograms. Professional record 9 victories and the 3 losses. Ladies and gentlemen, representing Baghdad, Iraq, here is Иса Салем. Его соперник в красном углу. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 27 лет. Его рост 172 сантиметра, вес 61,65 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед, 6 поражений. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 172 centimeters tall, weighing at 61.65 kilos. His professional record 10 victories and the 6 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Минска, Республика Беларусь, Владислав Нафицкий! Рефери Герихан Шибилов. Итак, легчайшая весовая категория, дивизион до 61 килограмма. Владислав Новицкий в красном углу. Иса Салем в синем. Герихан Шибилов в качестве рефери. Итак, 3 раунда по 5 минут. Смотрим. Чуть повыше. Владислав Новицкий. Да, здесь уже так вперед не летят, по сравнению с предыдущим поединком, чуть более осторожно. Но вот первым Новицкий щупает корпус. Да, турнир уже начался, фронт-кик здесь чуть-чуть не дошел. И в первой встрече у нас Халмурод Нурматов оформил яркую победу. Да, кажется, как будто Иса Салем вот под ближнюю руку будет нырять в попытке перевести через ближнюю ногу. Лоу-кик тем временем от Новицкого. И справа по корпусу. Все-таки хочет попасть ногой в голову именно Владислав. Ну, здесь удобно бить и коленом, потому что рост позволяет оппонента чуть-чуть на себя потянуть. Очень интересное движение было сейчас от Исы Салема. Такой сайд-кик, причем не совсем в бедро, а прям в коленную чашечку метил Иса. Едва-едва не прихватывает ногу Салем. Слегка пропускает корпусу. Ну и вообще в этом поединке много работают ногами. Отличная атака справа от белорусского спортсмена. С разножки колена. Здорово, разнообразно и креативно работает Владислав Новицкий. Подбирается все ближе. Оверхенд здесь скорее для того, чтобы сохранить дистанцию от Салема. Лоу-кик по внутренней стороне. Разнообразно двигается Владислав Новицкий. Ищет атаку на сайдстепе, на смещении. Показал, что попали ему в глаз пальцем. Тычка, судя по всему, не было. Показывает Шибилов. Тем не менее, неплохо поджимает Владислав. Контроль клетки за ним. Опасно всегда машет Салем левым боком. Сейчас, да, достал. И здорово в предыдущем эпизоде тоже. Отлично! Соединяет вот этот фронт-кик в связке с хорошим лоу-киком по ближней ноге. Здорово выписал. Да, второй раз сайд-кик пробовал. Иса Салем. И здесь обманул уже Иса Салем. Здорово. В принципе, прилично прилетало и по левой ноге Салема. Хорошая двойка. Левый снизу и затем удар справа. Классика жанра. Кстати, 2-2 не подхватывает ногу Иса Салем. Очень здорово действует. Неплохая реакция. Середина раунда уже позади. На одиночную атаку перешли спортсмены. Вновь давление от Новицкого. Но опасно проваливаться. Нельзя так и 7. Да, конечно же, Владислав всегда рассчитывает на нокаут. 8 раз он финишировал своих оппонентов. Еще одна двойка. Мало пространства за спиной у Салема. Да, откровенно уже Салем отбивается. Вот то самое колено. С разножки и оно зашло, но борьбы мы здесь не видим. Как раз в этой самой борьбе может и спастись Иса Салем, если хватит сил для перевода.
События разворачиваются прямо в углу у Хосе Салема. Он прекрасно слышит своего тренера. Плохой упреждающий удар от Новицкого. Слишком очевидна была эта комбинация. Здорово, достал здесь до челюсти. Владислав работает быстрее и жестче. Подлиннее руки, точно, абсолютно, это преимущество. И вот как раз впервые этим воспользовался. Поджал, поджал, поджал. Вот он, фактор антропометрических показателей. Естественно, этот удар с вращением Владислав видел еще за километр. Удается подавливать соперника Новицкому даже без ударов. Чем ответит Салем? Последняя минута уже началась. И хороший локи. Пассивен, пассивен стал и сам. И этим пользуется Новицкий. Посмотрите, как разбивает все раз за разом. Тут попал, тут попал. И провоцирует. И Салем хлопнул себя по животу. Мол, давай, бей правый прямой. Опять жестко от Новицкого. Выцеливает откровенно уже Владислав тот самый один-единственный удар, который может поставить точку в этом противостоянии, но времени уже мало. Вылетает навстречу Иса Салем. Интересно, есть ли желание именно продышаться и провести длинный бой у Владислава. Последнее мгновение, и сейчас начнется первый перерыв. И ваша поддержка! Заканчивается перерыв, и все посторонние лица покидают клетку. Первый отрезок очень здорово провел Владислав Новицкий. И рвется в бой белорусский спортсмен. Но первая атака от Салема. Здорово, причем так очень хорошо поймал. Здесь сбивает переднюю руку. Пока не совсем понятно, за счет чего Иса Салем может переломить ход этой встречи. Была одна попытка борьбы, но не хватило сил у Салема для перевода. А в стойке он явно проигрывает. И взрывы его видны. То есть низкий рост, он вот как раз, да, скачковая такая история, где подлетаешь, очень пробиваешь. Вот, то, что мы действительно так долго ждали. Наверное, не в этом случае, чересчур было очевидно. Хороший спрол, вовремя отбросил ноги Владислав Новицкий. Но однозначно в актив себе может занести лоу-кик и Салем, и сайд-кики так называемые. Очень опасно он дважды пробивал по левому бедру Новицкого, но не более того. Вот еще одна атака в ту же область, и левый снизу от Владислава. Достал очень здорово, подлетает опять Иса Салем, но очень высоко задирает голову. И, конечно, для опытных кикеров, боксеров, это просто, как говорил Александр Емельяненко, сладкая булка. Да, очень много и упорно занимался рукопашным боем Владислав. Но есть достижения и по грэпплингу. Нервничает уже секундат Иса Салема. Понимает он, что поединок постепенно уплывает. Есть ощущение, что не готов очень хорошо физически Иса Салем. Функционально, да. Видно, что он бережется. То есть он распределяет силы. Он не готов идти эту дистанцию на высоком темпе или на среднем хотя бы. Таким образом, скорости как раз диктует именно Владислав. Еще один удар по животу. Меняет уровни своих атак Новицкий и постепенно разбирает оппонента. Нужно изыскивать резервы. И все. Иначе все это может плохо закончиться. Вновь застаивается Салем. Поджимает.
И вот здесь можно было уже по корпусу туда под локти бить. Не стал Новицкий. Ищет еще. Да, и обратите внимание, что ногами поменьше работают в этом раунде парни. Справа неплохая атака получилась от Владислава. И, возможно, мы еще увидим фронт-кики в этом поединке. Да, по второму этажу тем временем от Салема. Опять запер его там в углу. Новицкий заставляет спиной тереться об сетку. Очень уж заряжен Владислав вот на один единственный удар. Если удастся ему немного расслабиться, то может все получиться гораздо лучше. Минская публика начинает заводить. А чувствуют зрители, что финиш не за горами. 2 минуты еще в этом раунде. Здорово. Есть джеб. И небольшую передышку взял. Новицкий пытается вытащить соперника на себя. Пауза получилась недолгой. Плотный лоуки. Хороший. Рука-нога. Рука-нога отлично летит у Новицкого. Все делает как по методичке. Справа зацепил. Боковые удары неплохие у Исы Салема. И, конечно, бдительным необходимо оставаться Новицкому. Еще раз по корпусу. Пока все эти попадания держит. Иса... Через руку атака. Еще один нырок. Но здесь уже на морально-волевых продолжает вести эту встречу. Иса Салем все чаще он перекрывается. Ведет себя не так активно. Минута 15. А, Ром, вот есть ощущение, что если Владислав просто добавит еще 5-10%, возможно, резервных процентов, но все может получиться. А вот он ждет, вот сейчас как раз попадание было в пах, но он ждет, и мне кажется, вот еще 2-3 удара добавить к комбинациям, которые у него есть, и мы можем на что-то рассчитывать, потенциально. Еще один бросок в борьбу, второй в этом раунде, и вновь успевает защищаться Владислав Новицкий. Накрывает сверху, и здесь есть возможность хорошо забрать бэкмаунт, например, почему бы и нет. Вот прямо сейчас. Будет ли это делать Новицкий? Почему-то Иса Салем не делает проход с финтом. То есть финт и дальше проход. Как-то очень очевидно все. Но докатит вдруг. Зацепил ногу. Есть риск гильотины. Вернее, он был. Но сейчас уже ситуация немного заиграна. Неплохо там локти. Несколько раз подключает Новицкий. И 10 секунд уже. Ну да, не стал тратить силы Салем. И хайкик неплохо, он там рука. И все. Третий раунд. Раунд 3. Итак, третий заключительный раунд. Владислав Новицкий против Исы Салема. Счет по раундам 2-0. И такое однозначное преимущество Новицкого. Переигрывает он оппонента в первую очередь в ударной технике. Крепко достал здесь вроде бы Салем по корпусу. Стал чуть больше финтить. И сразу ножки атака. Все-таки пробует разные варианты. Иса Салем вертушку пробивал. Пару раз хайкики были. И вот здесь атака. Пропустил в бороду один раз. Но не очень сильно. Хороший эпизод. Вот Салема пытается он поджать. Застоялся Новицкий. Пропустил. Сам завелся. Еще раз пропустил. Да-да-да. Очень интересно. Становится. Удар по корпусу опять. В основном левой рукой по корпусу работает Новицкий.
Прошу прощения, могу понять, что произошло. Салем понял, что третий раунд здесь можно выкладываться, больше сил экономить не надо. И пошел вперед. И что сейчас? Взял небольшую передышку. И со Салем. Одиночный мимо, справа. Да, через руку не дошел, опять отходит назад. Ярко выраженным вторым номером действует, ждет атаки от Новицкого, дабы уже на нее как-то среагировать. Опять здесь берет еще одну паузу подышать, а вот Новицкий как раз разозлился по-хорошему. Я думаю, здесь он будет вкладываться еще больше. Лоу-кик шикарный. Да, и также не забываем, что это дебютный поединок Владислава Новицкого в лиге ACA. И, возможно, хотел он показать себя во всей красе. Застаивается Сасалем. И очередной удар в живот. Ну что ж, неплохой старт в этом раунде получился у Салема. Но сейчас вновь выглядит он неважно. Очень сильно раскрывается Салем во время разменов. Этим нужно пользоваться, безусловно, пока это не очень получается у Владислава. И также возможен бросок в борьбу, который, конечно же, держит в голове. Новицкий на подшаге, атака справа. И можно продолжать здесь. Просто правым или левым прямым. Правым прямым лучше попробовать. Он давненько не бил. Вот здесь, например. Справа зацепило. Если катриханула Салема, вновь отступает. Нет, колено с разножки не стал выбрасывать Новицкий. Увидел, что уже смещается соперник. И продолжается перманентная работа по туловищу соперника. Капу нужно быстренько возвращать, иначе это выглядит как намеренная затяжка времени. Здесь по защите. Ищет атаку в разрез. Владислав. Ведут по времени Новицкого. Довольно опасный был лоу-кик на грани фола. А видит свой коридор Иса Салем. Да, готов рисковать Новицкий. Яркая заруба, хай-кик. И вот здесь может быть шанс для Салема. Справа он попадает, слева мажет. Здорово. Вот теперь опять давление от Исы. Но влетает ему опять под левую ногу туда. Да, проблемы с этой конечностью определенно уже имеются у Салема. Еле-еле дышит, по-моему, Иса. Смотрите, как он обороняется. Уже руки где-то как плети болтаются. Еле-еле поднимает. Но и Новицкому тяжело. Конечно же, снижается темп. Через руку еще одна атака. И вновь слева по корпусу. Вот сейчас, да. Вот именно так. Задергивать очень-очень много раз и тут же жалить. И отвечать, безусловно. Вот та самая техника, которую наконец-таки смог реализовать Новицкий. Ответная атака от Салема. Тут же встрепенулся его тренер. Очень много ударов на отходе. Не хватает акцента. 50 секунд до конца этой встречи. Да, и это самый интересный раунд, самый конкурентный. Салем сумел открыть второе дыхание. И слева зацепило. А не повело ли там Владислава? Пытается распрыгаться, расходиться немножко от этого попадания. И едва пролетает там ступня рядом с головой. Летит вперед Салем. Выпадает у него капа. Еле-еле дышит. По корпусу вновь. Тяжело очень. Пошел на характере вперед Новицкий. Да, может он поработать в режиме поинт-файтинга, учитывая первые 10 минут этой встречи. И последнее мгновение. Видимо, этот бой все-таки дойдет до решения. Так и есть. И ждем судейский вердикт. Вот интересно, что там по третьему раунду могут, наверное, судьи и Салему его отдать. Кто знает. Очень неплохо он себя проявил в целом ряде эпизодов. Разбит нос у Новицкого. Благодарят бойцы друг друга. Действительно, очень близкий раунд получился, заключительный.
Но, скорее всего, опять же, это не поменяет итоговый результат. Даже если судьи посчитают третью пятиминутку в пользу Исалема. Однако подведение итогов затягивается немного, но, в общем, Александр Загорский уже готов огласить результаты. Напоминаем, на каждом поединке в Лиге ИСЕЙ работают пятеро судей. И ничейного результата быть не может. Итак, дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Судьи 1, 2, 3 и 5 одинаково оценили поединок 30-27. Judges 1, 2, 3 and 5 are in agreement, scoring the same 30-27. Судья номер 4, 30-26. Judge 4, 30-26. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал MGO Pino by Unanimous Association Владислав Новицкий. Владислав Новицкий выигрывает этот поединке. Четверо судей поставили 30-27, а один судья даже увидел победу в одном из раундов со счетом 10-8.